Добрый день. Начнем по традиции с графика министра иностранных дел Российской Федерации. Я хотела бы напомнить то, о чем мы уже говорили. Материал на эту тему публиковали на сайте министерства. Сегодня начинается рабочий визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Итальянскую Республику. Детали визита и программы в Риме размещены на официальном сайте министерства. Дальше, следующее мероприятие в графике. 14 декабря Сергей Лавров встретится с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова «Диалог во имя будущего». Данный проект стартовал в декабре 2011 года и нацелен на формирование дискуссионной площадки для обмена мнениями и опытом молодых экспертов из России и других государств. В текущем году в программе примут участие представители отечественных и зарубежных общественно-политических кругов. В том числе будут представители таких стран, как Азербайджан, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Иран, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Молдавия, Сербия, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Южная Осетия. Формат мероприятия позволяет участникам в режиме свободной дискуссии обсуждать актуальные вопросы международной повестки дня и, безусловно, будет возможность услышать мнение министра по интересующим их вопросам. Мы также приглашаем на это мероприятие представителей прессы. Дополнительно вам будет предоставлена информация по аккредитации. Еще одно мероприятие. Речь идет о том, что 15-17 декабря состоится рабочий визит в Российскую Федерацию главы внешнеполитического ведомства Королевства Бахрейн. В ходе пребывания руководителя Министерства иностранных дел этой страны в Москве запланированы его встречи и переговоры, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также другие мероприятия, другие встречи. Предстоящие переговоры послужат дальнейшему углублению российско-бахрейнского политического диалога. В частности, они позволят оценить ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время состоявшегося в 2014 году визитов в Российскую Федерацию короля Бахрейна и наследного принца этого государства. Особое место, разумеется, будут занимать вопросы и рассмотрение актуальных проблем и состояния перспектив российско-бахрейнских отношений. Уже об этом мы не раз говорили, и могу еще раз повторить, у нас наработан целый ряд совместных идей и предложений, которые необходимо перевести в практическую плоскость, реализовать имеющийся потенциал сотрудничества. Речь идет о наращивании взаимодействия в торговой, экономической, энергетической, банковской, транспортной и инвестиционных сферах. Стоит также задача укрепления договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Ну, конечно, Ближний Восток и зона Персидского залива имеют ключевое значение для международной безопасности и традиционно находятся в фокусе пристального внимания нашей страны. Положение на этих направлениях международной политики требует регулярной сверки часов, диалога с основными партнерами нашей страны в регионе, одним из которых, безусловно, является Бахрейн. В этом контексте визит в российскую столицу главы внешнеполитического ведомства Бахрейна позволит всесторонне и предметно проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в том числе и в свете сложной военно-политической обстановки в ряде стран этого района мира. При обмене мнениями по данной проблематике с российской стороны будет сделан акцент на необходимости урегулирования таких конфликтов через широкий общенациональный диалог. Вы знаете, это наша принципиальная позиция, без внешнего вмешательства и навязывания далеких от региональных реалий схем.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят вопросы взаимодействия в многосторонних форматах, включая стратегический диалог Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Как вы знаете, три раунда, которые уже прошли в странах региона, а четвертый планируется организовать в 2016 году в Москве. В этом контексте будет затронута тематика обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, в том числе через реализацию соответствующей российской концепции, обновленный вариант которой имеется в виду передать нашим партнерам из Бахрейна и других заинтересованных государств. Министры также могут коснуться и некоторых аспектов внутриполитической обстановки на Бахрейне в свете ведущегося в этой стране национального диалога и российской поддержки, предложенной руководством королевства, программы социальных и экономических реформ. Как вы знаете, в средствах массовой информации, в том числе со ссылкой на госсекретаря США, прошла информация о его желании, намерении посетить Россию, провести переговоры. И на данный момент я и предвосхищаю ваши сегодняшние вопросы и отвечаю на те вопросы многочисленные, которые мы получили за эти дни. Я могу лишь сказать, что этот визит находится в стадии проработки. Когда у нас появится более детальная и конкретная информация, мы, безусловно, с вами ею поделимся. Так что по этому пункту у меня все. Теперь я хотела перейти к ряду других тем и мероприятий. В частности, несколько слов сказать в дополнение к тому, о чем мы уже размещали информацию на нашем сайте. В частности, речь идет о том, что 11 декабря в Бухаресте состоится 33-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества. В ходе заседания участники обсудят пути дальнейшего повышения эффективности организации и укрепление ее роли в Черноморском регионе. Руководители делегации рассмотрят итоги министерской встречи по транспорту и заседаний рабочих групп ОЧС по банковской деятельности и финансам, сельскому хозяйству и агропромышленности, малым и средним предприятиям, энергетике, а также других мероприятий, которые состоялись в период председательства Румынии в этой организации. С января по июнь 2016 года председательство в этой организации перейдет к России. Российскую делегацию на данном заседании возглавит заместитель министра иностранных дел России господин Небензя. Еще раз обращаю внимание, что более подробный материал у нас размещен на сайте. Теперь переходим к региональной повестке. Я хотела бы напомнить, вы об этом знаете, мы это комментировали, но есть дополнение также, что сказать, к состоявшемуся в Совете Безопасности ООН обсуждению действий Турции в Ираке. Как вы знаете, 8 декабря по инициативе Российской Федерации Совет Безопасности в формате закрытых консультаций обсудил ситуацию в связи с вводом Турции своих военных подразделений на территорию Ирака. Постоянный представитель России при ООН господин Чуркин подробно осветил состоявшееся обсуждение в комментариях для СМИ. Я думаю, вы их видели. Но в дополнение хотела бы сказать, что сам факт проведения этого заседания, по нашей оценке, должен несколько охладить или остудить горячие головы в Анкаре. И, возможно, очень на это надеемся, предостережет их от новых безрассудных шагов и провокаций, на которые, как мы теперь все знаем, они способны. Мы полагаем очень важным, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций воспринял этот инцидент со всей серьезностью. Мы обратили внимание на то, что, судя по реакции некоторых членов Совбеза, действия турецких военных стали неожиданностью даже для их ближайших союзников. Хотя, естественно, что в силу ставшей уже, наверное, печально знаменитой блоковой солидарности, они воздержались от каких-либо критических комментариев в адрес Анкары в связи с ее действиями, которые грубо нарушили международное право. Ну, а что касается вот этой пресловутой блоковой солидарности, то чем дальше она развивается, тем очевиднее вывод, что если что-то в НАТО и научились делать коллективно и качественно, то это коллективно молчать.
спасибо. Я также не могу не сказать, потому что мы получали много вопросов, в том числе и от тех, кто сегодня присутствует в этом зале, относительно заявления турецкого руководства, которое, я не могу сказать слово «обвинило», потому что все-таки под словом «обвинить» какой-то смысл скрывается, но заявило о том, что Россия якобы проводит этническую чистку в Сирии. Ну, эти заявления, они вообще, их, собственно говоря, понимаете, и комментировать-то как-то странно, потому что они говорят о полной оторванности руководства Турции от жизни, от реальности, от того, что реально происходит в регионе. Все это звучит не первый раз. Мы эту риторику слышим, эти заявления слышим за последние недели, можно сказать, регулярно. В основном это такие, я бы сказала, перепевания тех мотивов, о которых говорит руководитель этого государства. Потом это все подхватывается и исполнителями на разных уровнях пересказывается в той или иной трактовке. Ну, вы знаете, и вообще вот эти недостойные заявления, беспочвенные обвинения, они, конечно, говорят сами за себя. Вы знаете, вот последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары, вот они все больше и больше напоминают проявление какой-то бессильной злобы. Я теперь хотела бы перейти к другой теме, которая тоже связана с этим регионом, и остановиться более подробно на теме и проблематике исламского государства. Нас серьезно беспокоит сообщение об усилении позиции так называемого исламского государства, печально известного, в различных частях мира, в том числе в Афганистане. Радикальные исламисты давно доказали свою способность использовать любые кризисные ситуации в своих интересах, усугубляя старые конфликты и создавая новые очаги противоречий, насилия, напряженности. Такое развитие событий представляла прямую опасность и для Афганистана, который, как вы знаете, долгие годы переживает военно-политический кризис. Военные успехи ИГИЛ на Ближнем Востоке, как мы знаем, до недавнего времени, по большому счету, служили очень важным пропагандистским козырем, который позволял и позволяет до сих пор привлекать в ряды этой организации новых сторонников, новых террористов-боевиков, причем, что немаловажно, практически из всех регионов и во всех регионах. Когда же Россия начала решительное военное искоренение ИГИЛ и прочих террористических организаций на территории Сирии, частичная переориентация на Афганистан, как представляется, может позволить вот исламскому государству представлять себя или представить себя по-прежнему эффективной военной структурой, открывшей, ну, можно образно сказать, как бы второй фронт, вопреки наступлению со стороны антиигиловских сил в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Последние события в Афганистане, связанные со значительной активизацией и конкуренцией различных террористических группировок. Ну, о чем идет речь? В частности, речь идет о расколе в рядах движения «Талибан», а также активном проникновении ИГИЛа в Афганистан. Все это подтверждает, что территория этой страны по-прежнему остается одним из главных источников глобальной террористической угрозы. Ну, я хочу напомнить, что мы предупреждали наших партнеров, что отвлечение международного внимания на события в регионе Ближнего Востока и Северной Африки повышает риски активизации террористических элементов, которые продолжают действовать в Афганистане и в приграничной с Пакистаном зоне. Мы действительно сожалеем, что наши опасения не были достаточным и должным образом
учтены и проанализированы. И в этой связи теперь мы, можно сказать, воочию наблюдаем те нежелательные последствия, о которых столько лет и достаточно упорно говорила Россия. Более того, помимо внутренней борьбы между талибами и игиловцами за контроль над рядом провинций Афганистана, террористами реализуется стратегия, направленная на захват территорий, находящихся в непосредственной близости от афганской границы с соседними государствами. Уже не раз в открытую со стороны террористических группировок, включая в том числе и ИГИЛ, звучали планы сформировать в Афганистане плацдарм для будущей дестабилизации всего региона. И судя по нынешним тенденциям, которые развиваются, эти угрозы начинают приобретать вполне реальные очертания. Захват афганских провинций боевиками, которые аффилированы с Исламским государством, которое, собственно, всего лишь год назад только начинало мобилизовывать свои силы в Афганистане, свидетельствует о том, что нынешние лидеры, можно уже сказать, террористического интернационала, действительно пытаются на практике реализовать свои угрозы. И как Россия предполагала ранее, необходимо со всей серьезностью рассматривать сценарии предотвращения, если образно говорить, перелива террористической угрозы за пределы Афганистана. Тем более, что один из таких очень привлекательных лакомых кусков для террористов – это территории наших союзников, наших соседей, партнеров государств Центральной Азии. С учетом всех этих очень тревожных и очень опасных аспектов международной ситуации, тем более важно объединить и координировать усилия мирового сообщества для подавления глобальной террористической угрозы на базе норм и принципов международного права и, безусловно, положений Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение государственного суверенитета и, безусловно, необходимо сотрудничать прежде всего с теми государствами, территория которых подвергается прямым террористическим атакам. Россия также выступает за выработку и принятие дополнительных мер антитеррористической направленности в связи с ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане в рамках существующих и активно действующих, успешно действующих международных форматов, таких как РАЦ, ШОС, соответствующие структуры в СНГ и, безусловно, ОДКБ. Мы полагаем, что региональные усилия по содействию Афганистану следует канализировать преимущественно через Шанхайскую организацию сотрудничества, где в качестве членов, наблюдателей и партнеров по диалогу собраны практически все страны региона, включая Афганистан. Мы неоднократно эту тему поднимали в ходе брифингов и публикуя соответствующие материалы. И вы сами помните, что неоднократно возвращались к теме распространения игиловской угрозы на Афганистан в последнее время, потому что это действительно очень важная и опасная тенденция. Имеется в виду важная тема и опасная тенденция. Я хотела бы сегодня еще несколько слов сказать об эффективности действий коалиции, проанализировать ее, поделиться с вами нашими оценками того, как действует коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, по борьбе с ИГИЛ в Сирии, в том числе принимая во внимание такие новые факторы, как подключение к операции Великобритании, Франции и Германии. К сожалению, наши оценки, можно сказать, что остаются прежними, они неутешительны, и мы можем констатировать, что коалиция скорее имитирует борьбу с ИГИЛ и реальным терроризмом, и действует, исходя из своего, безусловно, политизированного и идущего вразрез с международным правом подхода к ситуации, как минимум в Сирии. Теперь мы видим, что не только в этой стране. Как известно, неэффективность действий коалиции отчетливо подтверждалась усугублением проблемы ИГИЛ. Достаточно сказать, что
целый год, летая в небе над Сирией, да и над Ираком, американские летчики не замечали, по крайней мере, мы об этом не слышали публично, а зная мощь американской пропаганды, мы бы об этом безусловно услышали. Так вот, мы не слышали о том, что за целый год американские летчики хотя бы раз заметили колонны бензовозов с контрабандной нефтью, которая, среди прочего, безусловно, питает и силы ИГИЛ. Другой вопрос. Возможно, они, конечно, и замечали, но с нами, я имею в виду, публично не делились и уж точно ничего не предпринимали для того, чтобы этот поток, этот черный во всех смыслах ручей каким-то образом перекрыть. А сейчас бросается в глаза то обстоятельство, что члены коалиции в одних случаях утверждают, что действуют в ее составе, а в других, ну, когда это, видимо, выгодно, когда это на руку, как, например, вот, в частности, ситуация с Турцией, которая проводит соответствующие операции против курдов в Ираке, в некоторых случаях говорят, что действуют самостоятельно. И в этой связи простор для применения, в том числе и двойных стандартов, как понимаете, весьма широк. Понять, где страны действуют в рамках коалиции, а где они действуют, исходя из собственных интересов, практически невозможно. Мы не говорим о том, что вообще неплохо было бы ознакомить мир и другие страны вообще со своей концепцией того, что коалиция делает в регионе. Ну, это, видимо, задача невыполнимая. Но ведь даже постфактум мы видим, и я вам приведу цитаты официальных лиц, мы видим, насколько расходятся оценки действий стран, которые действуют в коалиции. Ну, в этой связи, или продолжая эту тему, я могу сказать, что очень важно, чтобы и Франция, и Великобритания, и Германия, пройдя путь сложных внутренних дискуссий в своих странах по применению силы против ИГИЛ, смогли внести реальный вклад, вот не тот, о котором мы говорили, а реальный вклад в борьбу с этой террористической группировкой. Что для этого нужно сделать? Ну, с точки зрения нашего подхода, на наш взгляд, для этого необходима твердая опора на международное право. Не потому, что нам так хочется, а потому, что это действительно реальная имеющаяся основа. Вот та самая твердая почва, на которую можно опереться. Безусловно, готовность координировать действия с Россией, строго соблюдающей положение международного права, и, безусловно, с легитимными властями Сирии и Ирака. Как известно, мы говорим это практически каждый день, Россия предлагала западным партнерам предоставить имеющиеся сведения в отношении объектов ИГИЛ, имеющиеся у них сведения. Опять же, об этом говорили много раз, ответы были, мягко говоря, уклончивыми. В этих условиях, конечно, очень сложно говорить о настоящей эффективности действий коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, даже несмотря на подключение, на силовое подключение ряда ее европейских членов. Вот то, что в коалиции действительно, я не могу сказать, наступило, наверное, но все время там было, но сейчас наступило время, когда это очевидно для всех, все-таки возобладает хаос. Вот говорят такие цитаты, которые я сейчас готова вам привести. Ну вот, например, специальный представитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Брэд Макгрет о действиях в Турции в Ираке. Вот дословная цитата. «Важно понимать, что эти турецкие действия не являются частью усилий коалиции в Ираке. Турция, конечно, член коалиции, но каждая страна, каждый член коалиции также совершает какие-то вещи, преследующие ее собственные интересы за пределами структуры коалиции. И важно понимать, что последние действия Турции не преследуют цели коалиции».
Ну, такое впечатление, что, знаете, это вот не представитель, не официальный представитель президента Соединенных Штатов Америки говорит, а какой-то студент-первокурсник, который только приступил к изучению той или иной темы. Что значит последние действия Турции? С какого момента мы начинаем отсчет, если мы говорим слово «последние действия Турции»? 3 дня назад, 1 неделю назад, 2 месяца назад. Дальше, что значит «важно понимать»? Кому понимать? Мы не должны понимать, мы должны знать, мы должны четко осознавать, что делает коалиция. Для этого должна быть программа действий. Если она есть, ознакомьте, по крайней мере, в открытой части публично, в закрытой части по закрытым каналам с тем, что вы предпринимаете. А иначе действительно каждый будет понимать это в силу той информации, которая обладает. А то, что та информация, которая обладает сейчас весь мир, настолько разрознена, настолько действительно хаотична, что понять и оценить эти действия практически невозможно. Я имею в виду с точки зрения того, чтобы дать им какую-то высокую квалификацию, назвать их эффективными. Потом, где проходит этот водораздел? Вот где та самая граница, временная ли, географическая ли, где страна действует в рамках коалиции, а где она действует самостоятельно? Должны ли страны согласовывать действия в рамках коалиции? Если должны, какие это действия? Когда заканчивается время, срок и место согласования действий той или иной страны, начинает действовать в своем страновом качестве. Это все, конечно, требует прояснения, но большие у нас сомнения в том, что это все можно прояснить, потому что действительно есть подозрение, что никакой системности в этих действиях просто нету. Ну вот тоже, например, вот... Еще одна очень такая показательная цитата члена Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США. Просто это Комитет по вооруженным силам, это не по культуре, не по образованию. Да. Турция сделала гораздо больше для поддержки группировки Исламского государства, чем для борьбы с ней. Открытая граница, которую Турция и Сирия, их прямое и непрямое содействие, которое они оказывают ИГИЛ и другим экстремистам, только доказывает, что это, что Турция не с нами, но имеется в виду не с коалицией. Они сделали меньше в этой борьбе против ИГИЛ, чем сделали для ИГИЛ. Вот это было все заявлено в эфире телеканала CNN. Если об этом говорят официальные лица, представляющие, так сказать, страну, которая руководит коалицией, если они настолько по-разному оценивают действия своего союзника, члена этой коалиции, то о чем можно говорить дальше? Я не могу не поделиться очень, на мой взгляд, показательной статьей и очень яркой статьей, которая была опубликована в The Telegraph в Великобритании мэра Лондона господина Джонсона. Вот тоже к вопросу о действиях коалиции и подходах. Я приведу цитату. Нам надо сосредоточиться на том, что мы пытаемся добиться. Тоже неплохо было бы понять, чего же все-таки пытаются добиться. Наши цели, по крайней мере, наши заявленные цели заключаются в ослаблении, а в конечном счете в уничтожении ИГИЛ, как силы в Сирии и Ираке. Это главное. Без наземных войск нам этого не добиться. Здорово, что это понимает мэр Лондона. Хотелось бы, чтобы это понимали те люди, которые действительно принимают решения в рамках коалиции. Нам нужно, чтобы кто-то предоставил сухопутные силы. Кто же может их предоставить? А поскольку британские сухопутные части мы задействовать не намерены, а французы и американцы тоже особого желания не проявляют, нам непозволительно привередничать в выборе союзников. Есть Асад, есть его армия. А последние сообщения свидетельствуют о том, что они добиваются некоторых успехов. Тоже странно, что об этом знает мэр Лондона, и мы не слышим таких же, или, по крайней мере, схожих оценок из уст официальных представителей, например, военного ведомства. Отчасти благодаря российским авиаударам похоже, что режим отвоевал значительную часть Хомса. Связанные с Аль-Каидой боевики покидают некоторые районы этого города. Это плохо? Задается вопросом мэр Лондона. Думаю, это хорошо. Поддерживаю ли я режим Асада и русских в их совместной операции? Знак вопроса. Ответ, наверное, вас шокирует. Безусловно, говорит мэр Лондона. Пора отказаться от мировоззрения холодной войны. Нельзя говорить, будто то, что хорошо для Путина, автоматически плохо для Запада. У него и у нас ясная и вполне конкретная цель – устранить угрозу ИГИЛ.
Все остальное здесь вторично. Не прибавить, не убавить. И вот, знаете, тоже к вопросу о хаосе, который творится в подходах к урегулированию многих ближневосточных проблем и в рамках коалиции, и в рамках людей, которые, по крайней мере, олицетворяют действия страны, которая возглавляет эту коалицию. Не могу не процитировать статью, которая вышла в «Шпигеле» под заголовком «Экс-глава военной разведки США заявил о том, что ИГИЛа не было бы без американского вторжения в Ирак». Публикуются выдержки из интервью с бывшим главой военной разведки США господином Флинном. Я думаю, что он вам всем хорошо известен. Вот цитирую. Бывший глава военной разведки США Майкл Флинн признал, что если бы в 2003 году американцы не начали войну в Ираке, то никакого ИГИЛ сейчас бы не было. Это звучит, наверное, сенсационно, но это то, о чем мы говорим много лет. А также Флинн подчеркнул, что ИГИЛ невозможно победить только с помощью авиации, как похоже на то, о чем говорит мэр Лондона, и призвал Запад к сотрудничеству с Россией. Россия решила предпринимать военные действия в Сирии, и это коренным образом изменило ситуацию, уверен господин Флинн. И он считает, что Запад больше не может говорить, что Россия – это зло, которое должно уйти оттуда. Поэтому, вот вы понимаете, вот в этих оценках, которые разнятся, вот хочется, конечно, призвать, чтобы все-таки те люди, которые принимают решения в коалиции, прислушивались в том числе и к своим. И я не могу не процитировать вам, простите мне эту слабость, но я не могу не процитировать вам заявление, которое сделал бывший поспред США при ООН господин Болтон. Наверное, мне не стоило бы вам говорить, что он бывший поспред. Просто сначала процитировать, а потом попросить угадать, чья это цитата. Вот, в частности, в интервью CNN он заявил о том, что Сирия и Ирак не могут существовать в нынешних границах. И он, в общем-то, выдал свой рецепт, как быть. По мнению господина Болтона, необходимо разделить территории на три независимых государства под условными названиями. Суннистан с автономным алавитским регионом со столицей в Латакии, в котором будет входить часть современного суннитского Ирака, шиитский Ирак и Курдистан. Ну вот, понимаете, я просто хочу сказать, я бы не процитировала. Много разных идей мы видим и читаем у политологов. Но это заявляет человек, который несколько лет представлял Соединенные Штаты Америки в Организации Объединенных Наций. Я это вам точно говорю, потому что я там тоже тогда работала. И еще одна региональная тема о ситуации в Ливане. Констатируем, что это государство в полной мере испытывает на себе негативные последствия драматического развития событий в регионе Ближнего Востока и, прежде всего, ситуации в соседней Сирии. Глубоко укоренившиеся в ливанском обществе традиции политической свободы, демократии, межобщинного существования позволили стране удержаться практически на краю пропасти, куда, это становится все более очевидным, пытаются столкнуть ее экстремисты и силы, которые за ними стоят. Тем не менее, обстановка продолжает оставаться напряженной. В некоторых местностях, в частности в районе города Арсаль, близ сирийской границы, присутствует терроризм. Из ИГИЛ, из Джабхат-ан-Нусры. Часть из них просочились туда вместе с 1,5 миллионами сирийских беженцев, которые, можно сказать, пришли в Ливан, оказались в Ливане, укрылись в Ливане от боевых действий в собственной стране. Регулярно происходят стычки между ливанской армией, которой помогает Хизбалла, и джихадистами. После масштабного теракта в южном пригороде Бейрута 12 ноября, который унес жизни
практически 40 человек, в Ливане сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Все это происходит на фоне продолжающегося внутриполитического тупика. Я просто напомню, вы об этом знаете, более полутора лет ливанцы не могут избрать президента страны. Парламент, дважды продлевавший сроки своих полномочий, фактически парализован. С серьезными трудностями сталкивается и правительство, в котором представлены различные политические силы. Исходя из принципиальной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целости Ливана, его внутреннего единства и стабильности, Россия неоднократно призывала ливанских политиков к выработке комплекса мер, реализация которых позволила бы не допустить вакуума власти, восстановить нормальное функционирование всех ее ветвей и, прежде всего, обеспечить избрание президента, который является в соответствии с государственным устройством Ливана высшим представителем христиан во властных структурах страны. Напомню, что посты премьер-министра и председателя парламента закреплены за мусульманами, соответственно, суннитом и шиитом. Отмечаем наметившиеся в последнее время некоторые позитивные знаки и признаки. В частности, вновь заработал механизм конференции национального диалога, активизировались контакты между ведущими ливанскими политиками, заседает парламентский комитет, перед которым поставлена задача в двухмесячный срок согласовать проект нового закона о выборах. Эту работу решено вести в закрытом, в непубличном, закрытом от средств массовой информации режиме, чтобы, ну, причина, как объясняется, причина заключается в том, чтобы не дать эмоциям выплеснуться на улицу. Называются новые возможные кандидатуры, кандидаты на президентский пост. Все эти подвижки, по нашей оценке, означают осознание ливанской политической элиты опасности вызовов уникальному на Ближнем Востоке опыту строительства плюралистического государства, которое представляет общество с многоконфессиональной идентичностью. В этой связи вновь подтверждаем позицию России в пользу решения всех вопросов ливанской национальной повестки дня с самими ливанцами в правовом поле через диалог всех политических и конфессиональных сил без вмешательства извне. И я думаю, что история доказана, ливанцы умеют договариваться. Призываем все внешние стороны воздерживаться от попыток решать что-либо за самих ливанцев. И теперь о ситуации на Украине. Я могу с вами поделиться несколькими оценками. Мы обратили внимание на публикацию очередного бюллетеня Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о ситуации на Украине, в котором, в частности, выражается озабоченность положением украинских внутренне перемещенных лиц с учетом приближающейся зимы. Мы разделяем тревогу управления упомянутого в связи со сложными жилищными условиями этой категории украинских граждан. Как отмечается в упомянутом документе, многие внутренне перемещенные лица проживают у друзей и родственников, многие не имеют возможности снимать собственное жилье по финансовым причинам и из-за дискриминации со стороны работодателей. В особенно уязвимом положении оказались те, кто длительное время вынужден проживать в непредназначенных для этого центрах коллективного содержания. Положительно оцениваем гуманитарную деятельность УВКБ на Украине. В центре внимания управления сейчас помощь украинскому правительству в создании условий для нормального проживания внутренне перемещенных лиц, налаживание системы их регистрации, а также улучшение гуманитарного доступа. Российская Федерация в этом году выделила донорский взнос для финансирования операции УВКБ на Украине, который может быть использован и для обеспечения реинтеграции возвращающихся к местам своего постоянного проживания внутренне перемещенных лиц. Отмечаем, что по данным другого специализированного агентства ООН, а именно Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, общее количество внутренне перемещенных лиц на Украине составляет около 800 тысяч человек. Это меньше той цифры, которую приводит официальный Киев, заявляя, что она равняется 1,5 миллионам. И еще несколько слов я хотела бы в инициативной части посвятить ситуации вокруг гражданина России Владимира Алексеевича Безбородова, 73-го года рождения.
Он был задержан сотрудниками силовых структур Украины 18 июня 2014 года. Содержался в СИЗО 21 города Одессы. Российскому гражданину было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины, которые, в частности, формулируются как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Умышленные действия, совершенные лицом по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины. Они предусматривали ограничение свободы на срок от 5 до 10 лет. Под давлением российский гражданин был вынужден подписать признательный протокол и начать сотрудничать со следствием, которое обещало условный срок наказания, и впоследствии он от этих показаний отказался. 14 августа 2014 года один из районных судов Одесской области вынес обвинительный приговор, а именно 5 лет лишения свободы. 23 октября 2014 года приговор был отменен, и дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. За время нахождения под арестом сотрудники Генерального консульства России в Одессе неоднократно встречались с задержанным, его адвокатом, а также с матерью российского гражданина. 6 марта 2015 года Владимира Безобразова, я бы даже так сформулировала, что 6 марта Владимир Безобразов подписал соглашение о признании виновности, согласно которому он должен был быть осужден условно на 3 года и 3 месяца с испытательным сроком 2 года и обязан был не выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения. В этот же день речь идет о Видиопольском районном суде Одесской области, на основании соглашения вынес упомянутое решение, и Владимир Безобразов был освобожден из-под стражи в зале суда. Выйдя из здания суда, он был сопровожден неизвестными людьми в микроавтобус и увезен также в неизвестном направлении. Генеральное консульство России в городе Одесса обратилось за помощью в восстановлении местонахождения российского гражданина в представительство МИД Украины в городе Одесса, а также в милицию. По информации представительства, господин Безобразов убыл по месту проживания в город Харьков. Однако по указанному адресу он не появился. По последней информации, в ноябре этого года российский гражданин связывался по телефону со своим адвокатом для установления контакта с матерью, а также пояснил, что якобы находится в Харькове, однако точные координаты не назвал. На настоящий момент конкретное местонахождение господина Безобразова остается неизвестным. И еще один сюжет, завершающий мою инициативную часть, он, к сожалению, связан с темой, которую меня неоднократно вынуждены поднимать на этих брифингах, а именно ситуация с советскими мемориальными объектами в Польше. Российская сторона неоднократно и очень детально, подробно, аргументированно, приводя соответствующие документы, цитирую их, высказывалась в связи с развязанной в Польше, как мы ее назвали, как назвали ее в том числе и наши граждане, войной с советскими мемориальными объектами. Это не может не тревожить, так как речь идет о нашей истории и об исторической памяти. Все памятники советским воинам в Польше устанавливались исключительно по случаю освобождения страны от гитлеровской оккупации, без которого просто не было бы польского государства. Мы всегда очень аккуратно, очень бережно и с особой тщательностью обращаемся с такой категорией, как нравственность. Но попытки польских властей откреститься от долга благодарности по отношению к памяти павшим советским солдатам, а их, я хочу напомнить, в польской земле захоронено
практически 2 миллиона. И я хочу сказать и тоже напомнить, может быть, это не все знают, это больше, чем в любой другой стране мира. Вот эти действия можно с полным правом квалифицировать как безнравственные. Еще раз говорю, мы достаточно редко используем такие оценки. Для представителей народа, который гордится своими традициями чести, благородства, великодушия, возводящего в культ память о собственных страданиях и жертвах, а мы это все знаем, и мы с уважением относимся к соответствующим позиции польского народа. Это просто недостойное поведение. Именно так мы трактуем и недавнее заявление Министерства иностранных дел Польши, в котором польская сторона, ну, можно сказать, передергивает факты и дает действующим двусторонним соглашениям откровенно произвольное толкование, подгоняя их под свои конъюнктурные политические интересы. Проигнорированы наши неоднократные напоминания о необходимости строго следовать, в частности, договору между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве, датированном 22 мая 1992 года. Этот документ обязывает обеспечивать защиту как захоронений, так и памятников, являющихся объектом уважения и памяти граждан одной из сторон на территории другой. Если в Варшаве не считают себя связанными обязательствами по этому основополагающему документу двусторонних отношений, то, ну, можно сказать, мы хотели бы узнать, так ли это на самом деле, и чтобы нам дали ответ, насколько польская сторона привержена этому документу. К сожалению, мы видим, что изобретаются и вместо выполнения пунктуального и очевидного имеющихся документов, изобретается некая теория о символических памятниках, то есть находящихся вне захоронений, например, одним из которых был барельеф генерала армии Ивана Черняховского. Вот этим власть оправдывает варварское уничтожение и осквернение монумента. Совершенно не соответствует истине, приведенной в заявлении Министерства иностранных дел Польши, тезис о якобы неоднократном решительном осуждении польскими властями многочисленных актов вандализма в отношении советских мемориальных объектов. Мы постоянно призываем Варшаву дать подобным действиям и давать им регулярно соответствующую официальную квалификацию. Однако этого не происходит. Мы не можем согласиться с утверждением об адекватных действиях польских следственных органов в связи с надругательствами над нашими памятниками и захоронениями. Что имеется в виду, я поясню. Зачастую хулиганов оправдывают по морально-идеологическим соображениям. А за последние два года, за этот период зафиксировано более 50 эпизодов вандализма в отношении памятников и мемориальных объектов, никто так и не понес наказание. Во всяком случае, нам о подобных фактах ничего не говорят. Я думаю, что если бы подобные факты были, то нам бы о них, безусловно, стало известно. Поэтому это все к вопросу об адекватных, а якобы адекватных, адекватной реакции польских официальных лиц на то, что происходит. Безнаказанность, почему это так важно? Не только, безусловно, сохранять, но в том числе фиксировать, наказывать и публично осуждать подобные действия. Потому что вот такая безнаказанность, она просто подает плохой пример, потому что он заразительный. Чувствуя эту безнаказанность, другие, может быть, только потенциальные, ну, вандалы, они, может быть, бы передумали. Но, видя эту безнаказанность, они продолжают делать то, что делали до них. Собственно говоря, поэтому и продолжается вот эта вакханалия, которая связана с мемориальными комплексами. И вот можно констатировать, к сожалению, что вот этот антироссийский подход, антимемориальный подход многими, видимо, воспринимается как способ существования национальной исторической политики.
прямо скажем, выбранный метод, он не цивилизованный, не подобающий, тем более для страны, участницы современных международных организаций и демократических институтов. Последнее, что я хочу сказать, вот мы все, и, безусловно, в первую очередь Европа, я очень много видела сюжетов на эту тему, например, на канале Евроньюз, потому что действительно тема, которая европейцами отслеживается, и не только отслеживается, они на нее очень живо реагируют на всех уровнях: общественности, официальные лица, государственные структуры. Осуждают варварское уничтожение памятников, например, игиловцами на Ближнем Востоке. Вот мне кажется, что уничтожая памятники, те, кто это делает в Польше, они во многом уподобляются ближневосточным террористам. И я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Алексей Еременко, NBC News. Сегодня северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян утверждает о наличии у них водородной бомбы. Вот есть у вас какие-то сведения об этом? И какова позиция МИДа по возможности вот наличия у них такого оружия? Спасибо. Нет, я не видела эти сообщения. Я их проверю и смогу прокомментировать чуть позже. Чуть позже. Наша позиция относительно ситуация на Корейском полуострове, она вам хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений. Могу лишь только ее еще раз повторить. Да, пожалуйста, подтвердить даже, сказать. Хан Бабан, «Новое время», Ереван. Позавчера в Москве главы штабов вооруженных сил стран ОДКБ приняли заявление, в котором резко осудили действия Турции по уничтожению российского самолета и выразили полную поддержку свою России в ее политике. Не собирается ли внешнеполитическое ведомство Российской Федерации инициировать соответствующее совещание министров иностранных дел стран ОДКБ и ЕАЭС с целью обсуждения этого вопроса и, возможно, также принятия соответствующего заявления по данной теме? Вы знаете, то, что вы сказали, об этом МИД говорил, мы об этом упоминали. Помимо всего прочего, эта тема обсуждалась и поднималась в ходе контактов российского министра, в том числе с своими коллегами по упомянутым вами организациям. Мне неизвестно о том, что планируется какое-либо специальное заседание на эту тему, но, безусловно, эта тема активно нами поднимается и на ООНовской площадке, о чем мы вас регулярно информировали, на других международных площадках, вы помните, СМИ, ОБСЕ, в двусторонних контактах. Я думаю, что, учитывая беспрецедентность того, что произошло, этот случай, эта трагедия не то чтобы надолго останется, она будет навсегда вписана в историю международных отношений. Да, пожалуйста. Дарья Морозова, информагентство «Интерфакс». В интервью нашему агентству Сергей Викторович рассказал о подготовке российско-американской резолюции по антитеррору. Вот хотелось бы узнать, какова сейчас ситуация с этой резолюцией, и когда мы можем ожидать, что она будет поставлена на голосование. И второй вопрос. Не могли бы вы прокомментировать информацию, появившуюся в эстонских СМИ, об обращении к правительству этой страны иностранных инвесторов, опять же, в эту же страну, которые недовольны нападками против иностранцев в Эстонии? Спасибо. Ну, я могу лишь повторить то, что вы сами сказали, что относительно выработки и хода работы над соответствующей резолюцией на эту тему предельно подробно высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. На данном этапе мне нечего прибавить. Я думаю, что о том, когда она будет поставлена на голосование, мы проинформируем, в том числе по линии нашего постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Что касается вашего второго вопроса, действительно, мы заметили, мы видели появившуюся в средствах массовой информации материалы относительно коллективного обращения иностранных предпринимателей к эстонскому правительству в связи с ростом проявления расовой нетерпимости, ксенофобии и экстремизма. Ну, могу лишь сказать, что данное обращение
только лишь подтверждает актуальность наших оценок правочеловеческой и гуманитарной ситуации в этой стране, в Эстонии. Мы неоднократно выражали озабоченность в связи с системными нарушениями прав проживающего в этой стране русскоязычного меньшинства, дискриминационной языковой политикой эстонских властей, направленной на сужение сферы применения русского языка, сохраняющимися беспрецедентным таким беспрецедентным явлением, как массовое безгражданство. К сожалению, наши претензии и многочисленные рекомендации профильных международных организаций Таллин по-прежнему предпочитает игнорировать. Ну, вот то, что у меня есть по этому вопросу. Да, пожалуйста. Добрый день, агентство Bloomberg. Не могли бы прокомментировать встречу в Риаде с сирийской оппозицией и список групп, которые были приглашены? Возможно ли, что намечены переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся, как предположено было, к 1 января? Спасибо. Ну, это та цель, которая была обозначена в ходе венских дискуссий. Она содержится в решении, там были обозначены вот эти ожидаемые, предполагаемые временные параметры, к которым необходимо было бы стремиться и желательно было бы стремиться. К сожалению, ход и работа над двумя списками, как списком оппозиции, которая могла бы быть представлена в ходе переговоров с Дамаском, так и по спискам террористов, работа ведется не на той скорости, которая, честно говоря, предполагалось после венских встреч. И, конечно, качество этой работы тоже нельзя считать полностью удовлетворительным. Поэтому эти два ключевых элемента, они остаются ключевыми. Без них движение вперед, на наш взгляд, просто невозможно. В том числе, вот я вам привела в пример сегодня наши оценки того, что в рядах коалиции, в общем, творится хаос. Одна из причин этого заключается в том, что нет общности пониманий по таким ключевым вопросам, кто является, условно говоря, представителем света, а кто представляет тьму. И зачастую страны коалиции имеют противоположные взгляды на эти вопросы. Поэтому об этом говорил несколько раз в последнее время министр Сергей Лавров. Для нас это является принципиальным вопросом, и мы очень надеемся, что все стороны предпримут соответствующие усилия для выработки этих двух списков. Вот я так могла бы в общем ответить на этот вопрос. Да, пожалуйста. Джилл Дорти, CNN. Еще один вопрос, пожалуйста, по этому поводу. Если я правильно поняла, вы говорите, что очень трудно определить, где коалиция. Нет, я не так сказала. Нам не трудно. У нас есть наша позиция. Мы ее, наверное, одними из первыми, я думаю, что, может быть, даже и первыми предоставили нашим коллегам. У нас есть четкое понимание и представление. Эти списки, наш вклад в эти списки, он был сделан давно. Я имею в виду, что в рамках коалиции нету ясности и общности подходов к этому вопросу. И нас это действительно тревожит. Вначале это даже у нас, можно сказать, вызвало шок, когда в ходе, наверное, первых предвенских дискуссий выяснилось, что в рамках одной и той же коалиции, которая действует уже с позиции силы, то есть не просто теоретизирует или теоретически рассуждает на эту тему, но целый год отрабатывает военные цели, что в рамках этой коалиции нет общего понимания, по каким целям они работают, кто представители террористов, а кто представители там, умеренной оппозиции или просто оппозиции. Но это у нас вызвало, можно сказать, даже шоковую реакцию, когда мы это все увидели воочию, что нету общего понимания у стран, которые объединены одной коалицией. Поэтому, к сожалению, к нашему глубочайшему сожалению, как мы понимаем из наших контактов, которые ведутся на разных уровнях,
разногласия, принципиальные разногласия до сих пор остаются. Нас заверяют, что делается все для того, чтобы сблизить позиции между участниками коалиции, но разногласия остаются на сегодняшний момент. Хорошо, значит, вы не говорите конкретно, скажем, о военных операциях в Сирии? Иными словами, что это соглашение, которое существует между Соединенными Штатами и Россией, да. Осведомлять друг друга, да. Где это еще в силе? Это нет, работа... это не и в силе. Я, по-моему, читала даже оценки американской стороны весьма удовлетворительны тем, как работает это соглашение. Оно работает. У нас по этому соглашению тоже, насколько я знаю, вопросов нет, оно в силе. Вопрос о... Но оно покрывает только вопрос предотвращения конфликтов. Оно, к сожалению, не распространяется глубинно на этот вопрос. Поэтому, что касается общности взглядов, выработки общего списка, то этого общего списка еще нет. Мы со своей стороны нашу домашнюю работу сделали одними из первых, по-моему, мне кажется, даже первыми, и передали наши наработки нашим коллегам сразу и по террористическому списку, и по списку оппозиции. Но внутри коалиции противоречия до сих пор сохраняются. Да, пожалуйста. Аль-Джазира, Геннадий Коноплев. Россия инициировала созыв Совета Безопасности ООН после того, когда турецкие войска вторглись в Ирак, но не сделала того же, когда был сбит Су-24. Почему? И планируется ли подобное обращение по результатам расследования и изучения черных ящиков, которые вручены президенту? Планируется ли подобное обращение в Совет Безопасности ООН по результатам расшифровки черных ящиков Су-24? Вы знаете, я хочу вам напомнить, может быть, вы просто выпустили из виду эту информацию, что было распространено в качестве официального документа Совета Безопасности заявление, которое сделал президент Российской Федерации о имевшей место трагедии с тем, как Турция сбила российский самолет. Это было сделано максимально оперативно для того, чтобы информировать всех членов Совета Безопасности о случившемся, о наших оценках. Поэтому я думаю, что вы просто могли это упустить из вида. Что касается ситуации с черными ящиками, то, конечно, вам следует адресовать вопрос по ходу их, не знаю, дешифровки или работы над ними профильным ведомством, но, безусловно, я могу сказать, что соответствующей информацией и нашими оценками мы, как и ранее, также будем делиться с нашими коллегами. У нас есть четкое понимание, что произошло. Безусловно, дополнительные элементы должны пролить свет, но, как вы знаете, и по линии Министерства обороны, и, безусловно, президент Российской Федерации, и российские представители международных организаций, и, конечно, глава Министерства иностранных дел были едины в оценке тех событий и доносили нашу позицию до партнеров всеми имеющимися способами, начиная с распространения соответствующей информации в СБ, в других международных структурах, в ходе наших переговоров, в ходе многосторонних форматов, о которых сегодня спрашивал и говорил коллега. Поэтому еще раз хочу сказать, что, конечно, дополнительная информация, которая будет появляться, с ней будем знакомить наших партнеров, как, наверное, и общественность в той части, которая может быть предоставлена. Да, пожалуйста. Шамсидини Мухим, еженедельная газета СССР, Республика Таджикистан. Я хотел бы по поводу санкций. Вот недавно Россия выдвинула санкции Турции. А по поводу сокращения или приостановления некоторых продуктов. Нельзя ли возобновить
старые советские времена, когда союзные республики в этом системном порядке на государственном уровне очень четко обеспечивали, ну, в крайнем мере, городу Москве, городу Москву самыми, как сказать, чистыми продуктами, экологическими чистыми продуктами. И они и сейчас есть. Дело в том, что на государственном уровне это не производится и не поставляется. И одновременно, если начинается такая работа, еще 16-й год впереди, мы дадим десяток, сотнях тысяч людей место работы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Может ли это, если будет благополучный исход этого предложения, сокращение трудовых мигрантов из Средней Азии в России? Спасибо. Я второй не очень понял вопрос. Если обеспечить работу на местах, по сельскому хозяйству. А там есть десятки таких хозяйств, которые еще при Союзе они, и они сейчас ждут. Знаете, чтобы, это очень, да, конечно, такое глобальное видение. Я думаю, что оно не моей компетенции. 25 лет мы прошли все методы. Я думаю, что, наверное, не стоит возрождать какую-то общую схему или модель. Я думаю, что из прошлого надо действительно брать удачный опыт, но применять его уже к действующим рыночным механизмам, основанных на конкурентной борьбе, в конкурентной среде. Безусловно, государственная поддержка хорошим, интересным проектам, она должна быть, и не только наше государство, но и любое государство заинтересовано в продвижении эффективных, интересных проектов. Поэтому вопрос к соответствующим экспертам, я думаю, что вопрос к Минсельхозу, я думаю, что вот должна быть некая экспертная оценка, и если она будет, то соответственно, возможно, и такие идеи стоит рассматривать. Но это, конечно, все-таки не по линии внешнеполитического ведомства. Мы в данном случае можем осуществлять внешнеполитическое содействие продвижению тех проектов, которые интересны одному государству, двум государствам и так далее. Вот, что касается высвобождения трудовых ресурсов и так далее, то... Ну, это тоже, мне кажется, требует экспертного анализа. Я не берусь судить об этом вопросе. Ну, мы же стратегические партнеры, здесь никаких... Я же не говорю о том, что мы не должны это рассматривать и обсуждать. Я думаю, что... Я же вам сказала, что это вопрос соответствующих ведомств, которые занимаются сельским хозяйством. Если они договорятся, если будет взаимный интерес, то почему бы и нет? Но этим должны заниматься соответствующие эксперты. Спасибо. Пожалуйста. Так, если больше нет вопросов, то я с вами прощаюсь. Спасибо.